готовимся вставать на Бакштов. Опять обучение молодежи. Готовим кошки. Ну а кошку-то уложить? Возман сказал, что нормально. Нормально? Не-не, укладывайте кошку. Конечно. Потом запутаете. По-своему уж соберем. Хорошо. Да, понял, Миш, по-своему. Мы не можем. Нам с погодой повезло. Уже выходим на корму к танкеру. Танкер небольшой. Берем примерно 170 тонн топлива. С танкера подали проводник на подходе. Сейчас его будем ловить. Так, ребята, готовимся. Окей, босс. Подходим. Подходим. Рома, подходим. Смотри, босс, все мое так тянет. Все, швартов подали. Накинули на кнехт. Сейчас пойдет шланг. Снова готовим проводник. Вот и шланг на подходе. Дайте ему посади же. Андрюха, в петле не стой. В петле стоишь. Шланг приняли. Виктор!
держать, пока не закрепите. Сейчас застопорим его и перекидываем на приемку. Ага. Так, ребята, Даня, проходи сюда. Бедный боцман? Че ты бедный-то? Это на камеру, брат. На камеру я бегу. Так, идем, ребята, сейчас. Шланг. Миша, отравишь? Ребята, тащи туда. Так, стоять. Даня, шланг может порвать. Механики подтянулись. Видите, как супер. А это? Пока не открываю, это давление. Скидывать? Вот это. А что, давление убирать со шланга? Да, мудак, вот. Ага. Да, да, вставай, вставай. На мостик надо отнести. Вот, Даня, ты сейчас стороны. Все, топливо пошло. Thank you.